Я считаю, что мы выиграем Саров, потому что мы готовились. С победным настроем приехала команда из Ордатова на очередной матч областного первенства Нижегородской области среди юношей 2011-2012 годов рождения. Но саровчане были готовы к схватке и уже в первом периоде завладели инициативой и сумели забить в ворота гостей 3 шайбы. В втором периоде команды обменялись голами, а третий показал, что саровчане настроены решительно. Динамичные атаки и точные передачи помогли команде забить еще 3 шайбы. Игра закончилась со счетом 7-1. Соперников слабых не бывает, бывают плохо сыгранные игры. В принципе, турнир такой уже довольно серьезный. Мы все настроены на хотя бы выйти в призеры в этом турнире. В этом году в Нижегородском первенстве по хоккею среди мальчиков 2011-2012 годов рождения принимают участие 9 команд. Каждой предстоит сыграть по 2 игры. Одну дома, одну на выезде. Довольно-таки интересно. Дети играют, развиваются. Они ради этого сюда и приходят. То есть, во-первых, это, скажем так, занятие спортом. Интерес – это игра. Первенство еще только началось. В копилке у саровских спортсменов уже 2 победы. 26 ноября наши хоккеисты скрестят клюшки с выксунским «Металлургом». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».